дети читают стихи. Митрофанов Илья, ученик 2 класса Вознесеновская школа, Ивнянский район Белгородской области, стихотворение. Новый год, буйрапого июля, пусть как раньше замрачился, вновь приходит Новый год. Праздник наш, а детство дверца, когда не было забот, на одну всего лишь ночку, вновь юные и веселы. Вновь украсит нашу елку разноцветные шары, вновь мечта и вера в чудо, юность нашу вновь вернет. Самый лучший, самый мудрый, наш любимый Новый год.